Поехали. Посмотрим, что выпадет. А выпадает нам 50 болтиков. А зачем нам болты, интересно? Ладно. Ух ты, можно деньги забрать. Давайте заберем деньги. 150 монет. Мы получаем свои монетки. Дальше идет формула редкая. А, играем тогда. Так, противник у нас он какой. Полицейская тачка у него, нет, ложка есть. Все. Ну что ж, вторжение инопланетян у нас. Ух ты. Ждем, ждем, ждем. Так, мне нужно его, чтобы он подъехал поближе ко мне. Опа, стукнулся. Сейчас сделаем, сейчас подъедем. О, внезапная смерть пошла. Да, побежали. Опа. Не успели. Так. А тут очень много коровок, которые мне мешают. Есть. Все-таки он дощелкался там. Так, а теперь у меня каток. Ну давай. С катком. Оп. Так, инопланетянка вонючая. Мешает мне. Опять внезапная смерть. Ну, как же мне тебя победить-то, алло. Есть. Щелкнули мы его. И мы выигрываем. По волшебству вообще. О, маленький малыш мой. Давай, пью-пью-пью-пью-пью. А что у меня с рукой одной? Что-то с рукой непонятно что. Так, все, я вылетел. Красному очку. О, супер удар. Так, давай, ждем. Так, я не обо что ж не ударился. Опа. Давай, сейчас мы тебя щелкнем. Есть, удар. О, внезапная смерть пошла. Так, мне нужно срочно. Проиграли. Последний решающий бой. О, давай, падай. Все, чувак упал. И мы тебе... О, теперь я упал. Да, что ты будешь делать? Угу. Победа. Победа, ребята, победа. И у нас еще сундук есть, да, я так понял? Ну, давайте откроем сундучок. И у нас там билеты и гаечные ключи. И новая машинка, американская тачка, непростая, ребята. Давайте мы заменим вот эту машинку американской тачкой. Еще ее прокачаем, почему бы нет? Так, деньги есть, давайте еще прокачаем американскую тачку. Ну все, пока что так оставим. Давайте, ребятушки, выберем красный автомобильчик, красненький. Вот, поедем на красном автомобиле, на этой рампе. Проедем на рампе, она-то у меня скоростная машинка. И сейчас я попробую на максимальной скорости двинуть. Ух ты, рампа другая. Реально другая рампа. Офигеть, мы в другом месте, да, смотри. Короче, выбираешь машинку и в другом месте, на другой карте ты получается, едешь. Ой, как нас раскрутило. Ох, такие следы, смотри, от шины интересные, прикольно сделано. Так, давай, едем. Да ё-моё, мне кажется, как будто мы на полицейской машине едем, а не на красной. Так, давай, тормознем. Да, движок игрушки интересный. Прям чувствуется. Чувствуется, ребята, сила притяжения. О, фига. Да вот эта цепь. Скованные одной цепью, да? Офигенно, ребята. Давай. Ой, аккуратно. Все, это город, ребята, город. Так, ну давай задом будем ехать. Ох, развернуло нас. Ё-моё,
Мы трюк-то не сможем сделать сейчас. А, нас просто выкинуло. Нас просто выкинуло куда-то непонятно куда. Да. Давай в поезд. Поезд, пожалуйста. Нет. Не попали мы в поезд. А мы дальше можем ехать, да, интересно? Ну, вроде бы едет. Но не поворачивается. Нет, мы не можем здесь уж ехать. Ладно. А сколько заработали денег, посмотрим сейчас. А, 730 монет. Весьма неплохо. Осталось еще 2000 заработать, и мы сможем открыть с вами Monster Truck. Прикольно. Едем дальше. Я не знаю, почему-то звука нету. Либо он есть, но он очень тихий. А, чувак какой-то бежит сзади. Два чувака. Но они не мне вообще не помеха. Спокойно проезжаю. Пролетаю здесь. Давайте попробуем включить буст. Да, с бустом это все очень-очень-очень быстро. Даже он... А как так вот эти чуваки бегут так быстро за мной, а? Тут, я не знаю, какая бешеная скорость. Все разламываем. Все, и финиш, победа. Где у нас там? Уже подъезжаем к базе. Все. Вот у нас база. Мы даже чуть ли не за карту уехали. Давайте, ребятки, 2 на 2 берем. Я усилитель поменяю на вот такие титан напалм. И поедем с таким напалмом. Попробуем сыграть. А я не помню, нам монетки дают, интересно, или нет? Вот это я что-то уже не помню. Так, а мне здесь? А, тут, ладно, ты побежал туда. Ну, зря, конечно, но ладно. Так, давай напалмом их взорвем. Так, они тоже, смотри, взрываются. О, меня убили. Ё-моё, давай, чувак, пробуйся. Пробуй, убей их. Стреляй, ты чё не стреляешь, алё? Ой, дурачок. А, нет, смотри. Убил. Молодец. Ребятушки, победа. Наконец-то долгожданная победа. Давай еще с усилителем меня своим напалмом. Так, вот тут два чувака. У этого танка интересный. А у меня какой-то дурачок, друг. Маленький. Ну ладно, попробуем. Смотри, как он бежит-то быстрее. Так, напалмом я сейчас взрываю все нафиг здесь. Ребята, вы не ожидали напалма-то, да? Я думаю, нет. Так, а это, смотри, защитку включил, а, смотри, гад. Ну, защитка на него не бесконечная. Так, это тоже, смотри, там стреляет, смотри, гаденыш. На, получай, на, есть. Он включил, смотри, защиту, но не успел. Мы его с вами, ребятушки, уничтожили. Вот так-то. Хорошо, 6. У нас пока 6 сундучков, это мало. Нам нужно хотя бы 10. Ух, нифига, какой танк, смотри. Я такой хочу. О, смотри, у моего друга какой танк. С лазером. Давай, я вперед поеду, а ты тут стой. Да, стой, не переверни, смотри. А, мои напалмы. Отлетели, прикинь. Как их надо аккуратно их взрывать, слушай. Необдуманно я, конечно, может быть, немножко их пустил. Так, а ну-ка, ладно. Сейчас я этого щелкну. Сейчас он подъедет, подожди. На! Нет, еще не убил. Есть. Победная серия 4, бонус 2. Хорошо, капитана дают. Спасибо за капитана. Так, внутри у нас два шарика сидят, звездочка. У нас есть бамбуковая палочка, мы ее уже знаем. Так, мы ее хотим раскачать. Так, может быть, сделаем такой навес. Возможно, эти зеленые будут липнуть к желтым. Как ты думаешь? Раскачать и прилепить, и оторвать. Отлично. Теперь нужно как-то раскачать нам. Опа! Он бы скатился к тому. Ты понял? Да. Давай, прилепи. Нужно, чтобы он прилип к
этому гнезду, здесь видно желтенький цыпленочек. Только глазка не моргает себе. А эти трудятся зеленые, ты видишь? Да. Вот вы там сидите, а мы тут работаем. Так, главное прикрепить теперь. Да, так. Мне кажется, первый раз, в тот раз случайно это произошло. А, все случайно делается. Книзу, книзу, к нижнему. Вот отлично. Нам надо было палочку полностью наклонить. Чтобы она была как мостик, скатилась. И желтый шарик скатится по ней, а потом скатить того. Ну, такое чувство. Смотри, он зубки, 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 зубки. Опа, оторвалась. Нам нужно скатиться на ту полянку. Нам сделать мостик. Короче, надо, знаешь как? Я придумал. Давай, расскажи. Сюда прикрепляем штучку. И на этот уголок. И качаем взрывом. Да. И они прилипают. Опа, нет. Есть. Теперь надо желтого протолкнуть. Теперь мы, да, протолкиваем его. Смотри, зелененький, ты смотришь потихонечку. Отлично. Теперь скатить второй нужно. Сюда, на полянку. Так, смотри. Надо... Так же самое, да? Надо оторвать эти. Он еще не хотел отрываться. Смотри, им понравилось, да? Сидят помидорчики. Зеленые. И не отрываются. Ну я знаю, как сделать. Отлично, отлично, отлично. Скатить, может, его просто надо было. Слушай, а он тут привязан, смотри. А, да ты что? Да. А он-то тут привязанный. Он, видишь, прибит. Заново. Так, значит, что делаем? Методом проб и ошибок. Нам нужно вот эту сюда примотать. Сделать такой мостик. Нет, ты видишь, что здесь пропасть? Нам надо, чтобы они все попали на ту полянку. Здесь пропасть. Взорвать. Он лишь прибитый. Я вижу, но если взорваться, она прибивашка отсветится. Как ты тебе сказала? Не знаю. Пропасть упала.